Пошкоджено 29 паветраных электролиній, 78 населеных пунктов. Засталося без электричности. Это выники стихии, что пронеслося по Могилевской области у сераду. У основном от урагана потерпели Круглянский и Белынинский районы. Эпицентр был каля агрогородка Тетерана. Без даху засталися молочно-товарная ферма. На шматликих участках повалены лес. Наступцы помогают ликвидовать шерых бригад с района Могилевской области. У час стихии наша здымочная группа как раз была у Круглым. Подробности у Татьяны Сергейчик. Поток воды спынил рух транспорту у Круглым. Хтось иде под дождем. Ливень с мощным ветром, грозой и маланкой был относно недолгим, литерально полгодины. Зато за эти полгодины стихия у прямом сенсе ломала древы пополам. Ураган. Ураган случился, ураган, который непонятно откуда взялся. Ну, немножко поломал деревья. Оперативно выезжаем, убираем. И мы, и пожарники, и руководство района все наконтролируют. Что-то где-то в Тетерино, вот, говорят, там тоже завалило. Сейчас едем туда, выедем, работаем. Информация про масштабы наступства стихии до коммунальников приходила поступово. Много деревьев сломанных? Ну, покуда мы знаем, о наличии 4. 4, то, что сообщили люди. Справа в том, что многие люди не могли хутко потелефоновать из-за стихии. У Круглянском районе на некоторый час отключалась мобильная связь у всех операторов. Масштабы разгула непогоди стали зрозумелыми крыху поздней. У Круглянском райвыконкаме поведомили, у Тетерина снесены дах молочно-товарной фермы и некоторых сельгаспобудов. Повалено за шмат дрэв уздолж дорог и у лесе. У ликвидации наступствов задейничано 6 мясовых бригад. На допомогу им пришли 13 из інших районов Могилевской области. Татьяна Сергійчик, Александр Тарасов, Новини Регіону.